Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Я считаю, что мы должны это знать, потому что это касается нас. Опять-таки о шутках на концертной программе «Новой в Израиле» Максима Галкина. Эти шутки касаются меня, вас, граждан России. И понимаете, это, я думаю, знать нужно не только для того, чтобы там помнить, что говорил Галкин, в случае, если, опять-таки, как Киркоров, он будет здесь и будет опять везде, где угодно, из-за покровителей в высоких кабинетах. А просто для того, чтобы понимать, что говорит о нас человек, который не просто, еще раз говорю, ну, имеешь другую позицию, уедь спокойно где-то ты там, живи и так далее. Но не просто спокойно не жить, а построить концертную программу на шутках о гражданах России, о России в целом, высмеивать президента и зарабатывать на этом деньги, самое что главное, понимаете? То есть Прибалтики, вы знаете, у него будет тур, там это просто тренд, все против России говорить, там, где там у него еще, Новая Зеландия, Австралия, Англия. Просто представьте, он везде, по всему миру будет говорить вот такое «Г» про нас с вами, да, и он после этого говорит «Я люблю россиян». Ну, я не знаю, если бы можно было обратиться, например, Максим, конечно, по-разному можно относиться, но говорить те вещи, которые ты говоришь вот в этой шутке, которая сейчас будет, да, и говорить, что ты любишь россиян после этого, это очень смешно, конечно, да? А видна твоя любовь прям очень. Друзья, давайте посмотрим. Смотрите, пожалуйста. Уходят западные компании. С уходом Лего испарилась последняя надежда на изготовление качественных самолетов в России. Да. Бургер Кинг ушел, ну ничего, мы завезем сеть белорусских ресторанов «Царь Батька». Макдональдс, вместо Макдональдса будет ресторан «Дяди Вовы», интерьер такой «Лубянка», вместо бургеров «Сухари», вместо картошки фри «Перловка», все это будут подавать с матами через такое железное окошко с сосовом. Хэппи Мил для детей будет с фигурками Андропова и Дзержинского. Лучшие работники будут висеть на стенке, худшие стоять. Мы не пропадем. Вместо Сименс будет Сименс, ну мы будем национализировать все. Вместо Сименс Сименс, вместо Майкрософт Майкрософтки, вместо Дольче Габбана Дольче Габбана. Нет, просто дочки кабана, дочки кабана будут просто, да. Ну, а что касается компании Nissan, тут вообще ничего переименовать не надо, просто по-русски напишем, прямо с двумя «С» Nissan Никакон. Ну вот, вы слышали, как после этого можно говорить, или там до этого, или во время этого, что ты любишь россиян, когда он вот такие вещи говорит. Я уже не говорю про патриотизм, еще про что-то, но я считаю, что мы должны знать, что о нас человек говорит всему миру. Еще раз скажу, родина – это мама. Две мамы не бывает. Есть одна мама – это одна родина. Вот, говорить такие вещи, то есть это в его понимании реальность сейчас, в той, в которой мы живем, и в той, в которой мы будем жить. Ну, настолько он с таким неприятием говорит, что понятно, что для него это реальность. Не просто чуждая, а отвратная для него. Слов нет, друзья. Интересно ваше мнение, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что думаете на сей счет. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому интересно, можете поддержать канал. Подписывайтесь на резервный канал Будда Гришна Новости. Здесь в YouTube, чтобы мы с вами не потерялись. В случае чего, в телеграм-канале Будда Гришна Новости, канал там. Все новости политики с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.